Zombie Apocalypse. Всем привет, вы на канале Темные Лица, меня зовут Дима, я продолжаю проходить игру Спецопс Дивайн. Я пошел до 9-й часть игры под названием... Никого нет, Уокер. Тогда выдвигаемся. Рипс. И куда теперь? У Конрада наверняка есть наблюдательный пункт, с которого виден весь Дубай. Да, скорее всего, такой есть, полюбез. Я вам всем друзьям желаю приятнейшего просмотра. Башни. Вот куда. Чем дальше, тем интересней. Самая грустная миссия, друзья, из всех была, это именно Уокер, 8-я. Нам нужно поговорить о случившемся. Конрад нас заметил, о чем еще говорить? Я никогда тебя таким не видел. Я в норме, Адамс. Мы не можем оставить все как есть. Мы не уйдем из Дубая, пока не эвакуируем всех выживших. Опа. Нужно, чтобы вы мне верили. Я верю тебе, Уокер. Я просто с тобой не согласен. Так, слушай. По наводке проверили волонтерскую базу в центре города. Нашел трупы. Ничего нового. Не считая того, что их расстреляли. Потом сожгли. Вместе с документами. Один паспорт я смог прочитать. Зоя Страсбург, 29 лет, немка. Говорят, пессимист — это хорошо информированный оптимист. Я ни хрена не информирован, но мне уже страшно. Не хочу думать о том, что власти города казнят волонтеров-иностранцев. И о том, что это означает для эвакуации. Но я не могу это так просто игнорировать. Нужно найти полковника, срочно, не вызывая подозрений. Если отправлю весточку в большой мир, что-то еще может получиться. Если нет, помоги нам, Бог. Да уж, весело. Ладно, идем дальше. Опа, гранатки, то, что нужно. Достигнута контрольная точка. Ага, окей. Ух ты. Так. Тихо. То, что нужно. Твою мать! Если меня кто-то слышит, это Рикс. Мы попали в засаду проклятых. Нужна помощь, срочно! Рикс. Черт! Кс. Рикс. Я сказал о нем проклятым. Это наша вина. Уокер, хватай гранатомет! Нужно захватить отель! Это повстанцы, это Дельта! Повторяю, здесь Дельта! Кто бы вы ни были, спасибо за помощь! А теперь плотный огонь! Перезарядка! Ага, сейчас будет. Блин, все, простите, пожалуйста. Твою мать, если меня кто-то слышит, это Рикс. Мы попали в засаду проклятых. Нужна помощь, срочно. Рикс? Черт! Култ рассказал о нем проклятым. Это наша вина. Ага. Так это свои, ага. Это не повстанцы, это Дельта! Повторяю, здесь Дельта! Так, кто так. бы вы ни были, спасибо за помощь! А теперь плотный огонь! Тылы. Ага, уже. Создали со стороны бомба! Так, я понял, беги! Опа! Ага. Один вылез! Вот, ну-ка, я под плотным огнем! Да, проклятие! Да. Есть. Черт, ты. Прикройте меня! Бегу! Дали со стороны банка! Заряжаю! Фух, капец, валится жестко. Лежать, сука! Ты движется, снять его! Эй, противник, мне укрытие, огонь! Берегись! Блин. Они близко! Но я вижу, что... близко. Так, все. Ага. Вот и последний. Опа. Давайте. Спасаем. А, так. Могло быть хуже. Пойдем. Так, тебе боезапас нужно пособирать, а? Быстрей. Подожди быстрее, патрончики.
Серьезно? У них эмочек нет. А. Да, вернуться, мы еще убьем всех. Я никого не боюсь, я лично крут и не прост, как говорится. Сейчас, быстро, друзья. Просто правда нужны. А. Подожди, пожалуйста, я жду одного дела. Сейчас. Я там патрончики видела. Сейчас, быстренько. Вот, все, есть. А вот теперь можно идти спокойненько. Так. Все, друзья, спокойненько идем. Так как нужно это было сделать, потому что боезапасов тут, друзья, в игре всегда не хватает. Все. Да, все, идем. Идем. Капитан Уокер. Джефф Рикс, а теперь быстро внутрь, пока снайпер башку не отстрелил. Не за что. Простите? Если вы не заметили, мы спасли вам жизнь. Болтливый парень, капитан. Это сержант Луга, и он в целом прав. Неужели? Так где агент Гулд? Он погиб там. Всех не спасешь, верно? Это война, капитан. Знакомая песня. Может, дослушаешь, потом будешь стрелять, сынок? Есть план, кроме как стрелять во все живое? Конечно же есть. Итак, в чем ваш план? В 400 ярдах отсюда главное водохранилище. Мы как раз туда направлялись. Немного потише, реально. Мой план, капитан, захватить воду и парализовать 33-й. И вода ключ ко всему? Мы в пустыне, сынок. Здесь вода — это жизнь. Черт! Граната! В укрытие! Я не вижу! А ну, пригнись! Контакт! Это Рикс? Нет, это Дельта. Где старик? Я здесь. Сукин ты сын! Ну все, ты труп! Идем, вы меня задерживаете. Мы тебе... вот и гости! Подожди, послушай. Согласно психопрофилю, Джон Конрад страдает от посттравматического стрессового расстройства, вызванного неудачей в Афганистане. У людей с психотипом Конрада проявлениями подобного расстройства могут быть эгоцентризм и моральная черствость. И еще одна деталь. Многие считают Конрада величайшим командиром со времен Паттона. Конрад и сам это верит, и это в значительной степени определяет его состояние. Есть мнение, что если Конрада обвинить в провале афганских операций, это приведет только к дальнейшему завышению его самооценки. Конрад объясняет свои ошибки ошибками командования, формируя параноидные идеи в отношении начальства. Трудно предугадать, как скажется на психике Конрада очередная неудача. Да, это огонь. Точно. Мы трое к ресторану. Я согласен. Я вытащу оттуда своих людей. Хороший план. Опа. Перезарядка, прикройте. Так, патрончика хватает. Твою мать. А твою ни хрена себе. Подожди, я немного не пойму, где вы. Ладно, бежим. Открыть дверь. Ну что, оружие? Сейчас закроем, подожди. Ага. Не то оружие было, блин. Зараза. Вижу снайпера! Рад за них. Отвлеките их на себя. Я уже иду. Рикс, где ты? Ух ты. Прикройте меня! Это свой. Цель поражена! Да чтоб тебя, Дима! Ага. Блин, вечно путаю эти кнопки, а. Ух ты. А ты чё? Подставился! Да, ты подставился. Так, ты просто пару не поймёт. Ой, блин, люблю я тебя. А ты чё, серьезно, не можешь, а? Как бы говоря, я только ты, а? Я тоже не могу, а? Пушка пошла! О! Есть! Еще один! Блин, все боезапасы закончились, а? Похоже, все чисто. Как только освободитесь, мальчики, встречаемся на кухне.
Мальчики, окей, хорошо. Блин, боезапасов на калаш будет? Так, ручной пулемет. Патрон, честно говоря, мало. Заряжаю. Так, мне нужно, как бы говоря, побольше боезапасов, поэтому винтовку я точно себе оставлю. Так. Ага, идем, идем. На кухне. Адамс, ага, все. Блин, давай. Классная миссия. Вы не наш командир, чтобы приказывать. Тихо, Луга. Не мы начали эту войну. Раздача оружия местным не в счет. Люди были на грани бунта. Мы просто помогли им. Во. Помогли умереть. Молчал бы ты, мальчик. Я согласен полностью с Луга. Помогли им тупо, бессмысленно умереть, потому что они воевать не умеют. Ладненько, так. Так, стоп, у нас гости. Да ты точно уверен? Опять же гости? Да чтоб тебя. Да, валят капец как, а. Ну-ну. Блин, серьезно. Ладно, спасаем. Теперь Луга, да, ранили. То Адамс, то Луга. Ты мне нужен! Конечно, нужен. Ух, это да, я понимаю. Ты предатель! Ух, о, как лучше классно. Бы ты сидел дома! Блин. Противник убит! Есть. Так, боезапасы. Сейчас, быстренько, подожди. Так, готово. Все. Идем. Подожди, добить надо было, придурка. Вот так вот, а. Кровище. А ты чё? Мне показалось, что нет. О, яхта. Ух, еще одна. Ну да, тут город. То есть Дубай — это город соблазнов, я уже говорил в предыдущих миссиях. Так, мне нужны боезапасы. Опа, спасибо. Так, потом... О, потом я подкопил себе побольше. Отлично, реально боезапасы нужны. Блин, такая прикольная миссия. Рикс вообще такой, конечно, типок такой, как сказать, немного нагловатый, но с одной стороны он делает все как может. Комплекс водный Колизей. По моим расчетам, здесь хранится более 45 тысяч галлонов пресной воды. Это сердце Дубая. Вырежьте сердце, и зверь умрет. Наконец-то ты понял. Мои люди устроят шум возле главного входа. Они отвлекут проклятых, пока мы просочимся внутрь. Используйте место как приманку? Они осознают цену жертвы. Дверь закрыта. Мы их зажали, долетали! Нас нашли. Что делаем, Рикс? Держите их! Я открою вход. Он что, издевается? Забудь о нем, есть дела поважнее. Тяжелее! Черт, враги ломятся сзади! Пускай. Он открыт, уничтожить! Где-то шумовая пошла! Меняю магазин! Лежать, сука! И еще один. Давайте, где вы? Ага. Послушаем. Дума, выгружайся. Кто тут? Верхний уровень 4-3. А вот и они! Ты, твою медь, а! Не отлеп! Готов! А, это спецназ какой-то. Враг вне укрытия! Ух ты, так это спецназ, а? Так, я сейчас вас пушку возьму. Ребята. Ух, я петухи у вас точно заберу, а. Раньше я таких не видел. Я таких не видел. Последний ответ Конрада на любые жизненные невзгоды. Да твою! Ящейки взяли след, их ничто не остановит. Я уже это понял, а.
Вот, друзья, никогда к врагам спиной не поворачивайтесь. Это большая ошибка. Это только что я запустила. Нас нашли. Что делаем, Рикс? Держите их. Я открою вход. А вот и боится. А, все. Забудь о нем. Есть дела поважнее. Струмовиком идем сюда. Враги ломятся сзади. Укрытие. Лежать, сука. Еще один. Сейчас эти дебилы придут. Так. Придурки, как говорится. Эй, я перехватил их переговоры. Придурки. Петухами. Верхний уровень 4 цели. Светошумовую и назначить. А вот они. Ух ты. Их убили же, их оружие, Раньше я таких не видел. Группа Сулу. Последний ответ Конрада на любые жизненные невзгоды. Советую не спать. Ищейки взяли след. Их ничто не остановит. Осторожно, у него дробовик! Я думал, остановят, а. Так, крутая миссия. Вот и все. Дверь открыта. Идем. Подожди, я возьму петух у него. О. Так. Ну сколько бить нужно там, а? Шевелись, Вокер. Стоять мечтать некогда. Подожди, мечтать стоять. Вроде бы петух хорошая. Так, ладно, касание погибнут. Так, боезапасики. Все, пошли. Внизу есть парковка. Ух ты, молодец. Крутой. Рикс крут. Чего вы ждете? Вперед! Да иду. Идем. Стоять. Что-то не так. Что там? Мы не одни. Понял, Луга. Спасибо за предупреждение. Я говорю, предупрежден. Значит, блин! Вооружен! Зачем я это... Зачем я кинул слеповуху? Друзья, извините, пожалуйста, это был капец, а. Это был реальный пипец. Блин, ну серьезно, а. Стоять. Что-то не так. Лично забываю, что эта кнопка у меня... Кидать гранаты, а? Нас засекли! Огонь! Это на парковке! Просто твою мать! Покрыли! Противник убит! Да куда ты? Один вылез! Ох, понял, что вылез, а? Противник с дробовиком, осторожно! Где? Соответственно, не обходят же. Нет, не обходят. Так, значит, только здесь, да? Ну, ладненько. Да ты шо? Так, перебежать. И еще один! Есть! Как жевали жестко-то они, а? Вообще дебил в машине пулемете, а? Есть. Так, все, мою цель ты уже не ведешь. Так, теперь нужна снайперская винтовка. И еще. Ай, ёпта, не. Готов!
Ух ты. Так. Отвалил медь. Пулеметчик на камере! Ложитесь! Не подставляйтесь под выстрелы! Ты как тут не подставляться-то, а? Блин, да ёлы-палы, зараза такая, ах, блин, обидно погибать столько раз, честно говоря, по своей глупости, это капец, а. Стоять, что-то не так. Опять что заново. Ладно, даже не обессудьте, что я столько раз погибаю, а. Ладно, не обессудьте. У нас сюда спрятаться, это самое лучшее место. Ну давай, сможешь, Луга, я в тебя верю, а. Цель поражена! Так. Противник пошел! Осторожно, да. У него дробовик! Пошел. Я тебе пошел. Берегись, граната! Ого, пошел, блин. Твою медь. Охренеть, да? Вот крутяк, а. Ладно, с другой стороны обойдем их. Еще один! Уокер! Один вне укрытия! Твою меч, граната же подорвет! О! По своим бьешь, урод! Ты же по своим не хотел убить, извини, Луга. Честно, извини, а. Есть. А, блин, а. Тут намного хуже, чем там, а. Под огнем ищу укрытие! Штурмовик уничтожен! Так. Куда делся Рикс? Засловил инфаркт! Не дождетесь. Так. Да блин, укол надо сделать, во. Тут капец, выкрытие-то. Ты в порядке! Идем! А я уже тебя спас, а куда еще быстрее-то? Пулеметчик на камере! Ложитесь! Не подставляйтесь под выстрелы! Мне нужно поменять оружие, во. Вроде бы все. А вот теперь все. Враг убит. Так, теперь нужно боезапасики пополнить, а. Так. Походить везде, повазить. А, патрончики нужны. Эти получаются, друзья. Опа, есть. Друзья, получается, можно было с двух сторон обойти. Либо слева, либо справа. Справа, как говорится, друзья, было удачно, как вы видите, да? С левой стороны не очень, а. Просто немного я бы убеснул. А так, в целом, хорошо. Отлично. Так, тут есть гранатка, что такое. Так, ничего такого нет, да? Ладненько, все. Идем дальше. Фу-фу-фу. Блин, классная миссия. А, максимальная, да? Опа-опа. Они кончились. Давай еще немного. Займитесь машинами. Ого. Посмотрю, кто из моих выжил. Увидимся внутри. Давай, окей, удачи тебе. Удачи. Достигнута контрольная точка. Да. Я ему не верю. Я тоже, но в данный момент Рикс и его бойцы единственные, кто не пытается нас убить. Это да. Подумай, кому ты помогаешь, капитан. Без воды этот город погиб. И твои люди тоже. Риксу не нужно никого спасать. Он хочет закопать правду вместе с трупами. Ну, все может быть. Они не знают про нас. Натянем их. А, как там прикладом бить-то?
Блин, чупанул я немного, друзья, признаю. Су-су-су. Да это мягко сказано. Айо, выпавая. Ну, друзья, это за то, что я тупанул, за мою тупость, друзья, получается, меня и убили. Потому что долго я жрал, как-то прикладом убить его, все такое. Нужно было чуть пореще быть, а. Я ему не верю. Я тоже, но в данный момент Рикс и его бойцы единственные. Ладно, друзья, дубль 2, сцена какая-то, не знаю, какая. Они не знают про нас. Натянем. Бегу! Цель поражена! Противник на радисте! Ага. Противник, я открываю огонь! Это. С первого этажа идет подкрепление! Да ты чё? С первого этажа, да? Ты говоришь. А чтоб тебе снайпер, а? Блин, просто можешь кричать, пока у меня. Будешь его снимать. Ну, Луга. Осторожно! У него дробовик! А ты чё, неужели, а? Цель уничтожена! Где мудила? Есть. Ух ты. Сучки, а. Сразу снести лучше их аккуратненько. Так. Есть. Так. Ага. Давай. Есть! Да ты чё, серьезно? Я думал, нет. Думал, все отлично, все прекрасно. Все. Шикарно! Ого! Да ёб твою! Ах, это самая такая, друзья, миссия, честно говоря, самая погибальная моя по следующей миссии, друзья, постараюсь погибать меньше. Вот реально меньше раз, а. Блин, захватить вершины. Я тоже, но в данный момент Рикс и его бойцы единственные, кто не пытается нас убить. Если вы игрушку играете, то первый раз. Не играйте эту игрушку, наверное, смерти. Реально, это будет как у меня такая же хрень. Если, конечно, вы не скиловый чувак, а я стараюсь, конечно, навыки свои улучшать. Он хочет закопать правду вместе с трупами. Ну-ну. Снаружи собралась толпа повстанцев. Отойдите и не вмешивайтесь. Есть. Они не знают про нас. Натянь. Противник, отойдите! Противник, открываю огонь! Ага. Вижу, вижу. Снимите снайпера! С первого этажа идет подкрепление! Ни хера себе валят! Убей бойца дробовиком! Цель уничтожена! Есть! Прикрой, заряжаю! Гребаный снайпер, а? Мне больше не пугает, нежели эти чуваки. Тварь, да твою, где? Откуда вам? Просто, честно говоря, надоело уже погибать, друзья. Так, есть. Так, так. Тип. Сукин сын, готов! Высокая цепь. Ой, цепь. Да чтоб тебя. Ладно, идем дальше. Тут боезапас и все такое. Так, так, так. Блин, тут еще снайпер гребаный. За него все мудрится началось.
тут два снайпера. Это что, я убил? Ой. Открыт, уничтожить. Спасибо. Здесь снайперов я убил всех. Это не точно. Так, так. Бежим, бежим, бежим. Бежим, 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 бежим. Где чуваки? Где они? Не понимаю, куда они гусят. А, надо дальше идти вниз. Так, так, так. Идем, 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 идем. Так, не пропускайте их! Так. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты, вот это жопа. Во. Два. Жопочно, не, хватит погибать уже, реально хватит, а. Бежим, бежим. Бежим, Дима, 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 Дима. Извините, просто погибать заколебалось уже, поэтому потупливая. Подскажите, что там в духе, а? Так, очередями стреляем. А дебил с ножом, это жесткая тварь, а. Согласен, я помню предыдущих миссий, я к ним помню, какой. Помню, шестой или седьмой, он бесил меня. Ну-ну-ну. Есть. Где вы? Да, здесь не видно вас, а. Вот теперь ублюдок получил по заслугу. Ха-ха-ха. Да боевик у него. Это еще не все. Еще один. Их многовато. Перезарядка. Да боевик, конечно, круто, но все же он с ближней дистанции больше все лучше подходит. А. С ближней, с дальней дистанции так себя. Осторожно, у него дробовик. Еще один. И показалось. Так. Твою мать! Я под обстрелом! Да. Уж. Так, 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 так. Подожди, патрон пулемета у нас дерьмо. Угу. Беги, беги, Форес! Так, все, сдох. Ага, свой. Так, 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 так. Ну, давай, мудила, высовывайся. Есть! Конечно, есть, конечно, есть. Главное, чтобы чуть побыстрее бы, если бы, а? Вообще было бы отлично. Идут со стороны бассейна! Да, я понял, понял. Так, со стороны бассейна, ага. Бассейн, бассейн, бассейн. А, все, бассейн. С штурмовиком, идем сюда! Движение! Сучара. Жестко гостят. Что же у вас так вообще просто миссия для взят? Так, 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 так. Давай, мудил, давай. Ну. Естественно, потери несете, ублюдки. Ху-ху-ху. Твою мать! Блин, реально бесите. Прикройте! Так, так. Так, идем, 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 бежим, 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 бежим. Цели на подходе! Справа! Догоняйте машины! Они уводят машины! Давай быстрее! Бежать, сука! Ух ты, ух ты, ух ты! Давай! Есть! Есть один! Да еще бы я... Так, патроны, патроны, патроны! Вот, все, поехали! Бежим, 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 бежим. Это черт! Прикройте меня! Блин, Дима,
Ой. Цель поражена! Да, щоб ты Димонька не коси, вообще было бы офигенно. Нет, честно так, слово. Займемся чертовыми грузовиками! Ой, ой-ой-ой-ой! Ага, хер тебе, блин, а? Что ты делаешь? Ага. Цель поражена! Улучшайте! Граната! Противник убит! Есть. Правда, я столько раз сдох, мне кажется, что я бин, давайте, что столько раз сдох, то... Вы еще живы. Извините, бывает. Хотите жить дальше? Советуем. Быстрее, парни. Мы поставим этот город на колени. Увидимся. Пристрелить его? Или справишься сам? Выберемся живыми, он весь твой. Всему есть цена, Уокер. Надеюсь, ты готов ее заплатить. Девятая миссия под названием Рикс завершена. Всем спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте лайки. И самое главное, друзья, не болейте, не скучайте. Всем пока-пока. Еще раз прошу прощения, что столько раз сдох этой миссии. Это очень обидно для меня. Я могу, конечно, миссию переиграть, но это будет уже не тот вау-эффект, когда я первый раз играл и ничего не знал. Поэтому уж не обессудьте, но столько раз я погиб. Всем пока-пока. Еще миссии постараюсь погибать чуть меньше раз.